из сумки взял портман. Осмотрели там деньги, 700 рублей. И это только из одной машины. Всего задержанные за серию краж из автомобилей успели похитить имущество более чем на 20 тысяч рублей. Двое мужчин 71 и 77 годов рождения приехали в Вологду из Московской области. Сотрудники первого отдела полиции, получив информацию о возможном визите заезжих гастролеров, взяли подозреваемых на месте совершения преступления в тот же день. Местами совершения их преступлений, как правило, были торговые центры, детские сады, куда родители привозят детей, оставляют автомашины на некоторое время. Значит, ну и на одном из таких фактов данные граждане были задержаны сотрудниками оперативно-сыскного отдела МВД России по городу Вологде. Подозреваемые в содеянном сознались и пояснили, что выбирали неприметные стоянки и вскрывали машины с помощью специального электронного устройства, позволяющего отключать автосигнализации. Действовали они по заранее отработанной схеме. По очереди меняем механизм своих действий, то есть сначала один открывал автомобиль при помощи трекера, который взламывал сигнализацию автомобиля, а второй уже открывал двери автомобиля и проверял на наличие ценного имущества, то есть денежных средств и другого. И потом в последующем другой человек делал то же самое. На данный момент установлены три факта краж. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по пункту А, части 2, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору. Сейчас полицейские выясняют возможность причастности данных лиц к совершению аналогичных преступлений на территории Вологды и Вологодской области. И просят граждан, обладающих такой информацией, сообщить по телефонам 72 2001 или 02.